Сегодня в России празднуют День молодежи. Официально он отмечается с 1993 года. К этому празднику имеет отношение 27% россиян, так как, по последним данным, в России проживают 39,5 миллионов молодых граждан. В Чувашии более 274 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет. Сходили в зоопарк, покатались на каруселях. Вот так начался сегодня трудовой день депутатов Чебоксарского городского собрания. Народные избранники решили прогуляться по паркам, но не отдохнуть, а наоборот, как следует поработать. Компанию им составила наша съемочная группа. Первый пункт депутатского рейда – краса и гордость столицы Чувашии – залив. Однако и у этого достояния республики есть, которым не похвастаться перед гостями Чебоксар. Пожалуй, одно из них – склону аптеки номер один. Пока сейчас нет того лоска, нет той ухоженности. Надо, в общем-то, все-таки привести в порядок и вот эти проплешины сделать в цветущем виде, чтобы не было у нас вида неухоженности, забытости этого уголка. Ну, вот так встречали народных избранников в парке Николаева. Здесь представители собрания побывали в мини-зоопарке и посмотрели, какие новые развлечения придумали для детей в этом году. В Лакреевском лесу на эти самые развлечения депутаты не только посмотрели, но и опробовали их на себе. Подробнее о самочувствии депутатов Чебоксарского собрания после аттракциона «Вальс», о том, чем остались довольны и какие претензии у представителей собрания городским паркам, смотрите в программе «Местное самоуправление» в четверг, 3 июля, 20:45.